как так получилось, что Infinity у нас преобразилась немножко из черной в красную и немножко поменяла формы, это вы, ребята, узнаете в следующем выпуске. Ну, конечно, если вам интересно, напишите, если вам интересно, я, конечно, расскажу, как так получилось, куда делась черная и что это за красная машина. Ну что, банда, всем привет. Как я и обещал, я хотел вам рассказать, куда нам делась наша черная Infinity. Давайте вкратце. Я владел ей почти год. Не, даже не почти, а точно год. Мы ее в феврале прошлого года купили. И вот сейчас февраль 2019. За этот год было очень весело, вы сами помните. Сейчас не будем прям все это вспоминать. Поначалу меня, конечно, бомбило на нее. Но сейчас мне уже просто смешно, что с ней происходило. Буквально на второй день, как только мы ее купили, у меня сразу же подо мной отвалилось сиденье. И потом пошло это, и выхлоп, и двигатель полетел. Конечно, там и подвеска, и электрика, и салон. Ну, в общем, много чего мы с ней делали. Вы все это видели, это было куча про это роликов. Но это, я думаю, скорее всего, потому что мы купили дешевый вариант. И просто нам не повезло. И представительство Infinity, наверное, смотрело на наши боли, страдания, которые мы испытывали с этой машиной. И они говорят, приедьте, покатайтесь просто на новых машинах. На новых машинах и попробуйте, что это такое. Это Q50S 405 лошадиных сил V6 Twin Turbo. В общем, машина стоит 3,5 миллиона. И, конечно же, мы ее не купили, нам просто ее дали покататься, попробовать, как ощутить, как это. Саш, смотри, что у меня есть. Какой подарочек? Мне? Ну, нет, подожди. Это подарочек для наших подписчиков. Это многофункциональное устройство PlayMe Vega. Это зеркало заднего вида с встроенным видеорегистратором, радар-детектором и GPS-информатором. Ну, крутяк, давай, что поставим? Да нет, это же говорю, подарок для наших подписчиков. PlayMe Vega выполнено в лаконичном форм-факторе зеркала заднего обзора. Легко крепится поверх штатного зеркала и органично вписывается в интерьер любого автомобиля. Устройство обладает рядом преимуществ над классическими видеорегистраторами. Зеркало не отвлекает водителя от дороги. Его практически не видно снаружи авто. На лобовом стекле нет посторонних предметов, которые уменьшают обзорность. Ребят, да, это крутое устройство может достаться одному из вас. Снимает Full HD разрешение, еще очень много особенностей, характеристик имеет. Встроенная камера, плюс еще есть дополнительная камера, которую вы можете установить куда угодно. Мега насыщенное устройство на самом деле. Условия конкурса, Саш, у нас, как обычно, просты. Нужно подписаться на канал Саш Туман. Да, он тоже хочет подарочков, так что будет благодарен вашей подписке. Ну и, конечно же, на канал наших спонсоров PlayMe. Подписывайтесь на два канала и оставляйте комментарий под этим видео ссылочкой на вашу социальную сеть. И рандомно, буквально через 10 дней, мы выберем одного из вас, кому лично отправим это устройство. Да, я хоть посмотрю. Чуть-чуть посмотри. А что, распаковать нельзя, что ли? Не, ну зачем? Это новое устройство, зачем его распаковывать? Полностью запечатанное. А то мы распакуем и скажут, что вы нам за БУ ударите. А тут новенькое, красивенькое. Ладно, Сашунь, смотри, да не засматривайся. В общем, на этой машинке гоняю я уже где-то недельку. Ну, приедается очень быстро. Знаете, когда покупаешь что-то новое, и ты телефон, либо какой-то там планшет, даже машину, все одно и то же. Ты сначала за ней очень ухаживаешь, очень так трепетно к ней относишься. Там машину первые несколько дней сначала на стояночку ставим, во дворе уже не ставим, но мало ли кто там поцарапает. А потом ты понимаешь, в принципе, типа, да, ну ничего, и во дворе постоит, да, в принципе, у нее каска, так что ничего страшного. Поэтому мы немножко уже приелись к этой машине. Ну, конечно, ездить на ней
такой комфортной, красивой машине, быстрой, что очень важно тоже, где надо, можно жигануть. Очень кайфово по Москве, с красивыми видами. Я вам сейчас даже покажу, как это выглядит от первого лица. Мы, конечно же, попробуем не одну машинку, это будет и здоровенный QX80. Смотрите, как Настюха с ним выглядит, это, конечно, круто. И отдельно будет еще QX50. Все это будет в одной серии на основном канале. Это, конечно, не будет обзор типа а-ля «смотрите, какие кнопочки» или «как здесь все устроено». Здесь вот раньше был такой двигатель, а теперь здесь такой двигатель. Это будет просто вот наши такие настоящие эмоции. Ну, вы представляете, да, ребят, которые ездят на прулях 20-30-летних, на носках там и так далее. Не, ну мы хотя поднялись, мы нихуя себе, мы купили Infiniti, который уже 12-летний, у нас есть Бэха 11-летняя, ну вы понимаете, да, с этих машин мы пересаживаемся на такой премиум-класс, там 3,5, вот это красное, QX80, она стоит что-то 5 миллионов, что ли, я не знаю, вот можете посмотреть на вот эти эмоции, когда вот мне просто дали эту машину, все, сказали, все, едь куда хочешь, делай, что хочешь. Снимаем. Смотри, камеры, вон. Мертвая зона около права, потом что там, смотри, вот так вот передняя камера, это навигатор, вот еще сверху, блядь, сзади. Все для блондинок. Пиздец. Саша на первые эмоции, ручки потирает. И как я там сразу, там вот эти кнопочки, ооо, как вот это все круто, блин. Да, как будто маленькому ребенку дали просто игрушечку, я такой, вот это круто, а у нее еще под капотом столько лошадей. Ну, мы, конечно же, и замерили, сколько она едет, Настюха, конечно, замерила, мы посмотрели, как она едет в стандартном варианте, как она едет в Sport Plus варианте, но это будет такой обзор больше по ощущениям, просто вот какие эмоции эти машины вызывают, не то, как они сделаны, не то, там, какая там кожа, строчка там или еще что-то, это просто вот какие у нас были эмоции, когда вот мы брали эти машины. Ну а наш финик FX35 мы успешно продали. Об этом Настюха рассказывает на основном канале. Ссылочка на этот ролик будет в описании. Обязательно зацените. Много всего интересного мы там сделали. Погоняли на всех. Замерили. По мне очень интересный ролик получился. Насыщенный. Из машин больше всего мне понравилось QX80. Такой боевой танчик. Ну а тем, кто досмотрел до конца, хочу выразить отдельный респект и сказать большое спасибо за то, что вы с нами. До встречи!